Это я взял из сайта, ссылка будет в описании под это видео на ютабе. Видео снято специально, ну, для группы корабля SPB Trekkers, говорю просто на NG. И это не эксклюзивно, это на ютаб отправится, ну все-таки для группы, для корабля. Смотрите, как тут какие стихи пишут. Десарит мир. Дельта. Холодный металл у меня на груди. Я знаю. Можете дальше прочитать. Я это записываю сейчас в предисловие. После того, как записал топ. Не топ, а список просто. Список актеров. Актеров, которые снимались. В Звездном пути и Звездных войнах. Тут сорит актив, каждый день отправляет запись. Вот когда вы добавляетесь, подписывайтесь, то сразу вас добавляют, транспортируют, радуетесь. Я здесь стал работать. Первый у нас 15-й Джордж Такеи. Он снялся в одном эпизоде Войджера, как уже капитан Сулу, в 6 фильмах по оригинальному сериалу, ну и в самом в оригинальном сериале, где был рулевым одним из лучших пилотов для многих, а то и лучшим. В «Звездных войнах» озвучил Лока Дарда или Дурда, это в другом переводе. Он генерал-сепаратист. Я нашел его цитату. Могу вам сейчас ее показать, я ее перевел. Вот вам цитата. Я не могу вставить голос его, потому что меня могут забанить. Так что поставьте на паузу и прочитайте. Переходим ко второму. 14-й у нас по списку уже Пэтти Мелони, женщина. Она снялась, она погубила свою актерскую карьеру эпизодом клоунада и неудачным. Так еще раньше она погубила снявшийся Холидей Спешиал «Звездных войн», фильм, который Джордж Лукас хотел вот отменить, но он распространялся по ВХС-кассетам, по интернету, и все плохо. Она играла в Вуки, а в «Звездном пути Войджере» она сыграла клоуна какого-то. Так что жалко ее, могла бы получиться отличная актриса. Это уже Грег Гранберг, такой уже современный, что ли. Снялся в «Звездных войнах» в «Пробуждении силы» в роли пилота и в «Звездном пути бесконечно» 2016 года в роли какого-то офицера-инженера. Если не ошибаюсь, то снялся еще в «Лосте» и во многих проектах Джей Джей Абрамса. Он еще снимался в «Миссии невыполнима 3». Ну, такой современный актер. Что ли, массовка у него. 12-й у нас Джордж Кое. Он снялся в эпизоде «Звездного пути следующего поколения» под названием «Первый контакт». Потом, позднее, вышел уже фильм «Первый контакт». Я этот эпизод, что ли, пропустил или не видел. Он еще озвучил в «Звездных войнах» повстанцах. В общем, я его не знаю, но он был в списке. Вот и его добавил. В списке множество актеров, которые в «Звездных войнах» просто озвучивали, и мало тех, которые вот играли. А если играли, то в каких-то малобюджетных частях. 11-й у нас Рон Перлман. Он играл в «Хеллбое» также, но я не нашел фотографию. И он снялся в фильме «Звездные пути. Возмездие», не очень удачный, 2002 года. В роли помощника главного антагониста озвучил «Войнах клонов» одного такого торговца. Ну, такой он играл обычно антагонистов, сам актер. 10-й по списку Брайан Джордж. В первую очередь он сыграл в «Звездном пути», «Глубокий космос 9», в последних сезонах в роли отца Джулиана Башира, а еще сыграл в «Вояджере» Озала, я не узнал в какой это серии,
простите меня. Он сыграл в «Звездных войнах» одного джедая, Адимунди его вроде зовут. Вместе ситхов, вот кадр. И атаки клонов джедая. Он вместе ситхов погиб. Спойлер. Девятый по списку у нас талантливый, необычного роста актер Карл Стрейкен. У него рост 2 метра 13 сантиметров. Он сыграл во множестве сериалов и фильмов, вот вы видите на экране. В первую очередь Карл снялся в «Семейке Адамса» для многих, а потом уже в «Звездном пути» в роли мистера Хомна, а дальше в «Твинни Пиксе». Очень загадочный у него персонаж. В «Звездных войнах» он снялся в неудачном фильме совсем про эвоков. Восьмой по списку у нас Итан Филлипс. По-настоящему один из лучших актеров. И понимая, за что его ненавидят, он сыграл впервые в «Ференги» в «Звездном пути следующего поколения». Потом он сыграл... Он много «Ференги» играл вот из «Энтерпрайза». Вот он сыграл великого Нагуса Прокси. Это на самом деле переодетый Неликс, как Ференги. Ну и самого Неликса сыграл в «Вояджере» 7 сезонов. Не понимаю, за что его ненавидят. Он наоборот отличный. Это единственный в этом списке, кто озвучивал в играх. Вот сейчас вам покажу. Форрест Команда 2000 года. Командера он озвучивал. И даже в великом, популярном которые потом переиздали и вышел на Xbox One. Он озвучил там Лена и Гаргунда, вроде так их зовут. Игра, которая великая, знаменитая. Снимая по списку Мелани из 9, Фиона Флинаган. Она играла в «Станции 9». Впервые в «Звездном пути» она появилась, ну это и для нее крупная роль, в 92-м году в роли милой старушки, я забыл эпизод этот, и в «Энтерпрайзе» в роли вулканки. В «Звездных войнах» появилась много бюджетной части, в которой появлялся Карл, который был на 9-м месте, про Эву как фильм. Я не знаю, в каком эпизоде Йен Эбер-Корби... Он озвучивал Палпатина, я не знаю, про что про него сказать. Так что переходим уже к пятому. Это у нас Оливия Дабо. Она про нее уже можно хоть что-то сказать. Она снялась в 6-м эпизоде «Следующего поколения» 92-го года. В серии про Кью Континуум. И в «Звездных войнах» озвучивала антагониста. В «Войнах клонов» опять же. Уже четвертый у нас Брент Спайнер. Он, я добавлю, был в «Теории большого взрыва» в роли самого себя. Снялся в фильмах по следующему поколению в роли Дейта Великого, который еще был в серии «Следующее поколение» в самом. Лора и другого андроида, такой устаревшей модели, сыграл. И в «Энтерпрайзе» в двух или трех, или в одном эпизоде сыграл Арика Сунга, создателя андроида Дейты. В «Звездных войнах» снялся, озвучил в «Повстанцах», другой мультсериал. Вот перед вами персонаж, лишь в первом сезоне. Открывает нашу тройку Сэм Уитвер. Он еще ребенком играл одного Зинди «Звездный путь Энтерпрайз». Такой третий сезон был, и четвертый, и второй про Зинди. Также он озвучил Дарта Мола, играл в «Тайнах Смолвиля». Он такой молодежный актер, сериальный. И если вы смотрели «Базу Старгалактика», то он играл одного вот военного, я так добавлю, вот его, который погиб. У нас великий Феликс Сила, он необычного роста, как Карл Страйкен, он снялся в самой первой серии «Стартрека» в клетке. Он сыграл инопланетянина
Флексила еще до Звездных войн снимался Баттлстар Галактики в роли робота. И его-то куда только не запихивали. Это вам не C-3PO из Звездных войн, это больше. У него множество ролей, можете сами посмотреть. Он играл еще в Бак Роджерсе в роли Твики, робота. Мне очень нравится Бак Роджерс. Пс, Эрн Грей очень горячая женщина. Я Бак Роджерса, этот сериал люблю. В Звездных войнах Возвращение джедая в роли Эвока Летуна. Это мой любимый эпизод Звездные войны Возвращение джедая. Я его очень обожаю. У меня есть набор Лего, на который я могу сделать обзор в будущем. А завершает наш список Саймон Пегг. В роли ремейкного Монгомери Скотта снялся еще в Звездных войнах Пробуждение силы в роли одного инопланетянина. Ну как-то у нас началось все эпично, круто, а закончилось как-то не очень. Звездные войны и Звездный путь, они наравне все отличные. Так что ставьте лайки или дизлайки, Джин Роденбери гордился бы мной и вами, трекеры. Что ж, под конец скажу, еще раз вас благодарю, Софью Неровную и корабль этот. Я же участвовал в конкурсе «Река признания». Вот приз, это фотография, такая магнит, кружка. И вот Спок, картинка и мешок такой. Спасибо вам огромное, я еще раз вас благодарю. Всем спасибо за просмотр, живите долго и процветайте. Да пребудет с вами логика и сила заодно. Если хотите, то в будущем я могу сделать отдельное видео долгое про Звездные войны, то, как я их полюбил, такое ностальгическое.